Это человек, который умел разговаривать, начиная от маленького ребенка, общаясь таким самым большим профессором, человеком, которым, может быть, даже никогда он в глаза и не видел. И я могу сказать, что это был, и даже не хочется говорить, он, потому что он в памяти остался именно таковым в прошедшем времени, это такой большой интернационалист. Он всегда оказывал помощь представителям любой национальности, всегда человек, который умел разговаривать и никогда никакие вопросы не решал сгоряча, как бы. Всегда он такой был основательный человек. Ну и нужно подчеркнуть, что вот высочайший профессионал в сельском хозяйстве – это человек, который вместе со своим народом в свое время прожил тяжелейшую жизнь. Он знал, что такое голод, холод, он знал, что такое депортация, лишение родины. И в нем это сидело, вот это вот чувство, эта боль, чувство задетой такой несправедливости, чувство такого непременно, что должна восторжествовать правда, это в нем вот сидело, все, это все его существо.